Всем привет! Только что приехали из светофора в городе Среднеуральск. Это город-спутник Екатеринбурга. Мы там давно не были. Мы решили поехать посмотреть туда, какие новинки есть там, которых нет в Екатеринбурге. Ну и заодно затарились. Сейчас быстренько покажу прямо по чеку, по порядку, что мы там купили. А потратили мы там больше 1300 рублей. Итак, давайте пойдем по чеку. Я вам покажу все наши покупки. Первое жаркое по-деревенски с шампиньонами. Взяли вот такой вот здоровенный мешок. Вот. Если вы покупали, пишите, нравится вам или нет. Раньше килограмм стоил где-то 111 рублей. Сейчас 127,60. Тут и шампиньоны, картофель, зелень, морковь, перец. В общем, весь набор, как говорится. Нам нравится, можно добавить просто тушенку и приготовить быстрый обед или ужин. Дальше, лечо дядя Ваня. Вот такое лечо закарпатское. 77 рублей 80 копеек. В обычных сетевых магазинах уже подобные продукты стоят около 100 рублей, а то и выше. Сыр. Купили сыр. Без заменителей молочного жира, ну обычный плавленый мягкий сыр Сыробогатов, стоит 166 рублей 400 грамм. Колбаса. Второй или третий раз берем вот колбасу Дымов, такую вот оригинальную. Цена за килограмм 457 рублей 40 копеек. Наша вот палочка вытянула на 286 рублей. В принципе, нас устраивает цена-качество, поэтому покупаем и будем, наверное, покупать дальше, пока она будет в продаже. Горошек дядя Ваня. Обычная банка, без ключа. Ну, горошек неплохого качества. 50 рублей 80 копеек такая банка стоит. Окорок свиной взяли на пробу, никогда его раньше не покупали. 325 грамм, 119 рублей. Наверное, сделаем отдельный обзор конкретно на этот окорок свиной на канале. Так что ждите, смотрите. Майонез мечта хозяйки. Ну, это просто, чтобы был майонез. Майонез стал очень сильно дорожать. А тут за, получается, сколько он у нас грамм? За 700 миллилитров классический майонез 95 рублей 80 копеек. Цена достаточно низкая. Про качество сказать ничего не могу. Если покупали, пишите. Так, а вот что-то я не могу... Во, печенье я пропустил. Вот такое вот печенье. Сладкий домик с абрикосом. Очень мягкое. 1 килограмм стоит... Так, сейчас. 175 рублей 80 копеек. Ну и последнее. Вот купили вот такое вот мороженое «Чудеса света». Их, наверное, вкусов 5-6 продается. Мы уже попробовали все. Ну вот, одно из самых таких вот, которые нам понравилось, это вот йогурт вишня. Вот. Давайте я открою и покажу вам, как это выглядит. Немножко уже подтаяло, пока мы из магазина ехали. В общем, вот так вот оно выглядит. Вкусное. Нам очень оно понравилось. Без заменителей молочного жира. 450 грамм. Эта ванночка стоит всего 111 рублей 50 копеек по нынешним ценам. Это просто подарок. Вот, в общем-то, все наши покупки на сегодня. Потратили мы 1327 рублей. Вот, как пишут нам в чеке, что ваша экономия по сравнению со средними ценами, рыночными ценами составила 159 рублей 20 копеек. До новых встреч. Пишите отзывы о продуктах светофора в комментариях. Всего вам доброго. До свидания.